Не следуй за мной. Either a vivid hallucination, or I'm not alone on this planet. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно высокой, и мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал, интересно, не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта? Опустили бы наши враги свое оружие, если бы узнали, что наши реакторы никогда не отключатся? Что осталось бы от их самодовольства, от того, что их флаг находится на Луне, если бы, глядя на Землю, они видели только неугасимый свет могущественного Советского Союза. В сравнении с научным потенциалом, который представлен здесь, ядерное оружие кажется лишь дубинкой дикаря. Все больше наших семей перебирается сюда. Наше общество растет.
time for some serious jetpacking. Thank you.
Don't look down. Don't look down.
Подвижная механическая рука наконец работает. Мы обнаружили, что обычные батареи выходят из... Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии, невзирая на странность их внешнего вида и строения, которые мы быстро утвердили как нашу собственность. Однако любопытно, что системы управления для запуска этих устройств кажутся предназначенными для очень высоких существ, гораздо более высоких, чем человек или что-либо, с чем мы столкнулись здесь с момента нашего прибытия. Несмотря на это, наши отличные инженеры быстро придумали оригинальное техническое решение. При помощи этой механической руки мы в состоянии добраться до самых высоких мест, что дает нам возможность приводить в действие нужные устройства. И все же причина такой высоты этих систем управления остается загадкой. Были ли другие гости на этой планете еще до нас? Или, может, здесь существуют и другие формы жизни, помимо сугубо растительной? Thank you.
Mm-hmm.
There's something odd about that storm. Thank you.